Ну, начался перегон 2018 года. Начался он уже давно. Отары постепенно снялись с зимних стойбищ и идут на летние стоянки высоко в горы, где будет трава, где будет прохладно. Вот, постепенно идут. Вот мы видели сейчас отара гисарских овец, а это уже овцы породы чунгалан, каракулевые овцы. Их у нас в Таджикистане тоже очень любят. Раньше их разводили на шкурки, потому что прибыль приносили как раз таки шкурки маленьких ягнят. Сейчас на шкурки редко забивают ягнят. В основном держат эту породу для мяса, которое более диетическое. У этих овец отсутствуют курдюки. Есть жировые накопления в хвосте, но не такие большие. И вот некоторые любители отдают предпочтение чуваланам. А здесь мы можем сравнить, как снимает разница. До этого снимали айфоном, а это уже Samsung. Видите, Samsung более красный, хороший. Ну, а тара все та же, чуваланы. Красивые овцы. Очень хорошие получаются тулупы из этой шкуры. Прекрасные места. Подножие перевала Чормазак. Там далеко, это фисташковые деревья. Вот самый конец апреля. Вот нагруженные идут, везут скарб чабанов. Вот у нас идет отара. Эта отара будет подниматься в Файзабад. Тут поближе сниму. Вот, видели, овцы гисарские, ну и немножко есть дуэдори. Овец еще не стригли, ягнята вот идут, хорошие, штаны ягнята, а овцы худые. Мы уже говорили раньше, весна была трудная, тяжелая, дождей не было, травы не было. Но тем не менее, смотрите, какие ягнята при этом. Испитанные хорошие ягнята. Вон там один песик рыжий, не знаю, какой будет, видно, нет. Вон там стоит. Хорошая большая отара, порядка 1000 голов. Я попытаюсь рискну подойти. На перегоне они обычно не трогают, но тут чабаны далеко. Салам алейкум. Так, она гостит, салам алейкум. Рахмат, рахмат. Все за деньги, все рахмат, рахмат. Вот так и вот там.